Стартовал 14-й международный фестиваль «Музыкальная Сарыарка». Накануне во дворце Горняков состоялось торжественное открытие творческого концерта. Российские солисты Саратовской филармонии в сопровождении Республиканского оркестра под руководством Каната Ахметова удивили карагандинцев репертуаром исполняемых композиций. На фестивале побывала наш корреспондент Аида Ибраева. Переполненный зрителями зал Дворца культуры Горняков встретил участников 14-го международного фестиваля «Музыкальная Сарыарка». Ежегодное событие, которое проводится в шахтерской столице осенью, каждый раз удивляет карагандинского зрителя насыщенностью и неординарностью программы. На этот раз программа фестиваля будет продолжаться на протяжении недели. Фестиваль организован при поддержке Акима Карагандинской области и Управления культуры Карагандинской области. И эта программа классика и рок живет уже в течение 10 лет и живет очень успешно, и живет всегда с аншлагами. Просто так случилось, что наш друг Канат Ахметов, который приезжает часто в наш город, работает с нашим оркестром, он услышал, ему понравилось, и он пригласил нас сыграть эту программу. Репертуар музыкального коллектива поражает своей неожиданностью. Российская певица Ирина Левина, лауреат международных конкурсов, исполнила песни известных рокерских групп. Кажется, что даже сам солист группы Queen позавидовал бы той энергетике, которая исходит из зала. Открытие фестиваля знаменовалось ярким и зажигательным шоу. Свое искусство продемонстрировали российские артисты, лауреат международных конкурсов певица Ирина Левина, лауреат всесоюзного конкурса гитарист Вахтанг Тарелли, а также Денис Мариев, дирижер Саратовской филармонии. Артисты под музыкальное сопровождение Государственным духовым оркестром Республики Казахстан под руководством Каната Ахметова представили на суд зрителей интригующую программу «Классика и рок». Были исполнены композиции из репертуара групп, известных во всем мире «Битлз», «Квин», «Скорпионец», «Бон Джови» и другие. На вопрос о том, как встретила карагандинская публика на столь интересную программу, музыканты ответили. Сами выросли на этой музыке, сами прекрасно ее знаем, поэтому то, что нравится нам, как правило, нравится и зрителям.